часто люди, когда возвращаются уже из-за границы, они не знают, что с этим делать. И вообще, опять же, никто не ассоциирует свои проблемы, свою ситуацию именно с торговлей людьми. То есть люди не приезжают, что я приехал из трудового рабства там, или даже из трудового рабства, то никак не может быть это торговля людьми, понимаете? То есть люди чаще всего винят себя в происшедшем. Сам виноват, ну не повезло. Вот. А на самом деле можно обратиться на горячую линию на тоже или на телефон у нашей организации и узнать вот при таких обстоятельствах, да, как это можно квалифицировать. А официальный статус пострадавшего от торговли людьми дают довольно немало. Кроме того, что предусмотрены государственной помощью законом Украины по противодействию торговли людьми, то есть это и юридические консультации, и помощь, это и психологическая помощь, это и поддержка, гуманитарная, медицинская помощь. И немаловажный компонент – это материальная помощь.